Вечный огонь теперь будет пылать не только в Нижегородском Кремле, но и в мемориальном комплексе на площади имени маршала Георгия Жукова. Байкеры из мотоклуба «Ночные волки» стали инициаторами доставки вечного огня в обновленный памятный комплекс. В сопровождении полиции и бронетранспортера они приехали в Кремль, чтобы взять частицу вечного огня и в специальной капсуле провести его через весь город в Приокский район. Представители Нижегородского мотоклуба не первый раз принимают участие в таких мероприятиях. И вот эти вот мероприятия, это очень важно для того, чтобы поколение, то, которое сейчас подрастает, они видели, что не только может военный подойти и заниматься какими-то серьезными делами, и в том числе и быть патриотом, а простой человек, в том числе он, чтобы он видел и помнил. Мы как пример, вот мы ночные волки, Россия, мы как пример нашему поколению, то, которое будет после нас.